Мы с друзьями поехали в путешествие. Всю дорогу я был за рулем. Тим и Сёма постоянно спорили и ругались. Элвис и Оскар рассуждали о жизни. Алиса и Снежана бесконечно разговаривали. Дорога была долгой. Я очень устал и хотел спать. Уже начинало темнеть. Локи, нам бы найти место, где переночевать. Это точно, а то наши лапки устали. Мне самому тяжко. Локи, тормозни машину! Срочно надо в туалет! Я тоже хочу! Скорее тормози! Иначе в машине салон испортим! Да хватит истерить! Давайте только в темпе тагыдыка. Локи, смотри, там мотель! Интересно, что такое Ghost? Мы подъехали к мотелю. С виду он был очень жутким. Но мы решили рискнуть и подойти поближе. Ребята, у меня лапы дрожат от страха. А у меня в животике урчит. Я темноты боюсь. Я тоже. Здесь кто-то ходит. Друзья, давайте успокоимся. В окнах горит свет. Значит, мы не одни приехали переночевать. Точно, Локи. Значит, все будет хорошо. Смотрите, там кто-то в окне. Усталость давала о себе знать. Поэтому мы все-таки зашли в мотель. Добро пожаловать в наш мотель. Я администратор Саймон. Здравствуйте, Саймон. Мы с друзьями устали и хотели бы переночевать у вас в мотеле. Держите ключ от вашего номера. Приятного отдыха. Какой-то он странный. Да еще с такой ухмылкой пожелал нам приятного отдыха. А вдруг он кот-вампир? Да ладно тебе, Сёма. Какой еще кот-вампир? Тогда мы все вампиры, раз любим делать кусь. Нам нужно подняться наверх. А вот и наш номер. Ну и комната нам досталась. Сколько тут пыли. Мы же испачкаем свою белоснежную шерстку. Говорил же я не брать девчонок. Вечно ноют. Да это вы с Сёмой вечно ноете и орете. Ребята, не ругайтесь. Тим, не обижай наших девочек. Давайте лучше следуем мотель. Может, пойдем в конец коридора? Что происходит? Почему свет погас? Уже полчаса не было света. Нам стало очень жутко. Хорошо, что мы взяли фонарики. Ребята, здесь кто-то летает. У меня усы скоро от страха до пола опустятся. Ура, свет включили. Друзья, а где Тим и Сёма? Во дела, а я-то думаю, чего они не кричали от страха? Нужно их найти. Давайте посмотрим наверху. Здесь странная дверь. Котам вход запрещен. Интересно, что за этой дверью? Я слышу какой-то шум. Давайте рискнем и зайдем туда. Эй, вы, котяры! Вы что так не умеете? Пошли вон отсюда! Обалдеть можно. Мыши нас прогнали. Во мне инстинкт хищника угас. Задеты наши чувства. Давайте искать Тима и Сёму. Здесь еще одна лестница. Мне кажется, я слышу крик Сёмы.